Аня Хнян – одна из главных претенденток на победу в национальном певце 2019. Но ей конкуренцию составляют и дорогу переходят Анжела Витисян и, конечно же, Анна Григорян. Кто же из них круче? В этом всем нам стоит еще разобраться, а пока что смотрим выступление Ани Хнян на гала-концерте национального певца 2019. Погнали! Ребятушки, привет! Несменно уже по старой доброй традиции, с вами Богдан, это музыкальный канал Беспала Мьюзик, поэтому обязательно подпишись, стань частью моей интернет-семьи, вместе покоряем музыкальное пространство Ютуба, а пока что у нас на очереди National Singer. Это армянское талант-шоу, кто еще не в курсе, на котором пытаются создать, вытянуть вот эту вот фибру души того самого главного национального певца Армении. И кто с них самый крутой и достоин победы, крайне тяжело сказать, потому что все они поют неимоверно, и тут уже смотришь на энергетику, на то, как человек проживает песню, на то, как он двигается на сцене, как он взаимодействует со зрителем, с членами жюри. Ну, то есть это такая целая совокупность всех факторов, по которым уже можно как-то сказать, да, вот этот человек однозначно достоин победы. Сегодня оцениваем выступление от 1 до 10 Ани Хнян. Обязательно в комментариях напишите, на ваш взгляд, есть ли у нее шансы на победу и скольких баллов она достойна в этот раз. А мы тем временем смотрим. Погнали! Красивая, роскошная женщина. Очень постарались над ее внешним обликом. То ли стилисты проекта, то ли она сама, но органично. А голос, чего только стоит. Вот она проницательна. Я с первой ноты верю в ее состояние души, с которым она вышла на эту сцену. Ой-ой-ой! Анжела, Аветисян и Анна Григорян должны нервно закурить где-то на курилке. Я приятно удивлен, переход в песню неожиданный. Вау! Вау! Ну правда. Именно в этом выступлении Ани для меня раскрывается совершенно по-другому. Я вижу в ней возможность работать во всевозможных жанрах. И о, вот движение руки. Вот она, слушайте, она полностью вся на сцене. Вау! Какая умничка! Как ей дыхания хватает? Она настолько хорошо и профессионально владеет своими вокальными способностями. Вау! На сегодняшний день для меня Ани Хнян абсолютное открытие. Да ладно. Да. Молодец какая. Да ладно. Thank you.
Красотка, наша красотка. Вау, вау, я под реальным впечатлением, я не ожидал такого выступления. Тут просто зашкаливало все, и не в обиду другим участницам, но из того, что я видел на гал-концерте, это самое-самое потрясное. Энергетика, органика, движение, вокальные способности, потому что в песне она проявила себя совершенно разных углов, так сказать, и ракурсов, да, где ты видишь в человеке способности настолько классно и качественно петь. У нее нигде не было вот этих перебоев с дыхалкой, там, чтобы она задыхалась, хотя там тяжелые партии. И она это так все качественно, достойно преподнесла. OMG, абсолютнейшее открытие сегодня для меня. Аня Аханян, вы неземная. Как, прям как в песне Максима Барских. Моя, 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 неземная, как ты меня нашла. Ладно, сейчас... Сейчас не время подвыпившего караоке. В общем, класс, здорово. Вы видите, это об этом написано на моем лице. Просто здорово. Подписываемся на мой канал, становимся частью интернет-семьи, разбираем дальше участников гал-концерта National Singer 2019. Я не прощаюсь с вами. Обязательно в комментариях оцените выступление Ани Аханян, вообще, кто ваш лидер, и на ваше мнение, кто же достоин все-таки победы National Singer. До скорых встреч на моем канале Беспала Мьюзик.